наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья. И сегодня вот такой хороший новогодний подарок. Мы выводим в эксплуатацию небольшой сельский детский садик. Ну, такой сельский детский садик еще любому городскому, что называется, детскому садику, фору даст. Детский садик хороший, на 80 мест. И уже надеемся, что после новогодних праздников все детишки сюда придут. Уже знаю, что из села записались 36 человек. Ну и, думаю, из Киреевска, из Глухова будут сюда возить. Детский садик получился очень хорошим. Это подарок всем нашим маленьким жителям Тульской области, Киреевского района, Васильева-Дудилова на Новый год. Ну, а вас, конечно, тоже поздравляю, у вас будет появляться больше времени заниматься домашними делами, но кто, может быть, примет решение на работу и рожать следующих детей. Ну, а что, я главный долгий вещь. Вот. Ну, а здесь дети будут, конечно, присмотром, они будут развиваться и социализироваться. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, и вот такой хороший подарок вам приготовили. С праздником! Закончили комплектование и двух детских садиков, которые мы делали в рамках реконструкции, но в Московске и в Туле. Мы их тоже, сегодня электронная очередь у нас там заполнена, они большие, 240 мест в Новомосковске и тоже большой детский садик в Туле, там 120. То есть, по сути, здесь 80. Вот что мы имеем по итогу, на 31 число у нас будет очередь детишек от 3 до 7 лет в составе 3 человек. 3 человека. Ну, то есть, считаем, что указ президента мы выполнили за вот 4,5 года. Мы с вами, очередь была 4,5 года назад, вы помните, 11 200 детишек. Сегодня очереди у нас нету, несмотря на то, что у нас и детишек за 4 года стало больше, существенно больше. Поэтому программу будем продолжать и дальше. У нас рождаемость сейчас одна из самых высоких за последние 25 лет. Поэтому будем и дальше заниматься вопросами детских садиков в тех районах, где нам это необходимо.